Главный вопрос, вынесенный на повестку дня заседания комиссии по вопросам местного самоуправления, бюджета и налоговой политики, экономики, нормотворческой деятельности и этики, утверждение структуры администрации Ленинского городского округа. Если Ленинский район делился на поселения, их было 7, то Ленинский городской округ разделили на 9 территориальных отделов. Не все они совпали с границами сельских и городских поселений. Предлагаем на рассмотрение депутатов вариант разукрупнения, да, я, наверное, слово это употреблю, Булатниковского поселения на территорию, ну, в общем-то, будем говорить, старого Булатникова и то, что касается Дрожжино, новой застройки. В черте города Видное предлагается создать сразу 3 отдела. Центральный, курирующий старую застройку, 6-й микрорайон, Купеленко, Завидное и другие новые микрорайоны, расположенные рядом, и Расторгуевскую часть. От депутатов также поступило предложение об укрупнении территориальных единиц. Давайте мы объединим совхоз Ленин и развилку, все прилегающиеся к деревне, в один, как и было раньше, Картинский территориальный округ. Депутат Владимир Градов считает, что объединить территории нужно прежде всего из экономических соображений. К тому же раньше довольно долгое время совхоз имени Ленина и развилка уже были единой административной единицей. Совхоз Ленина, там чуть более 6 тысяч населения зарегистрировано. Развилка где-то 1014, понимаете? И если мы еще и там устроим, значит, административную какую-то единицу, введем там или даже не одну, я считаю, это расточительство. Минфин уже предсказывает падение, и мы еще не в самом худшем ситуации по сравнению с другими муниципалитетами. Как управленчески, как экономически, вижу выгоду от вашего предложения, вот что касается там, наверное, социально-политически, возможно, коллеги ваши выскажутся, я не возражаю поддержать ваше предложение. С этим мнением согласны и коллеги по цеху, и активные жители поселка Развилка. 70 лет это было, что был совхоз Ленина, и деревня, и развилка была, называлась так. Картинский сельский совет, почтовое отделение совхоз Ленина. Это будет правильное решение, что вот создать один общий округ. Никак не скажется отрицательно в этом объединении. Единственное, это будет сокращение, естественно, мест чиновников. Здесь будет единое руководство. Правильно, нужно соединиться. Это правильно, это не какой-то эксперимент. Вот. А это ситуация, сложившаяся уже исторически давно. Депутат Валерий Черников предложил давать территориальным отделам не названия, а номера. Но с ним большинство присутствующих не согласилось. Думаю, что настолько нужно на этот счет заморачиваться, извините за такое слово, потому что мы не даем название поселению, мы всего лишь даем название отделу. Поэтому, на мой взгляд, вопрос не настолько уж принципиальный. Это мое личное мнение. Спасибо. Окончательные решения были приняты на очередном совете депутатов Ленинского городского округа. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.